сегодня в очередной раз выбрались на солнце и котлован. С утра вообще не поклевки. Перешли на другое место. Сейчас начало клевать, и навага такая хорошая проворачивается. Клюет и на червя морского, и на креветку. Но вроде на креветку лучше. Сегодня. Очередная навашка. Очередная навашка. На морского дела. Небольшой подход, минут 10, наверное, поклевала средняя навага, и опять затишье. Ждем нового подхода. Все, отошла рыбка. Шевелит тут. Оп. Важенка. На креветос. Что там поклевывало? Кто-то шевелил у меня удочку. О, важка. О, тут у меня крючок голый уже. Веточку. Важенка попалась. Ветку сожрала. Итак, время 12 часов. Навага перестала клевать совсем. Будем завершаться нам хватит. Ловили сегодня неплохо, такая средняя навашка. Вот у меня еще камбалка попалась. Такая хорошая. Ох, тут что шевелит под камеру-то. Нет, так. Вот точно. Пугалась рыбка, что засобирался домой. О, клюнула. Крайняя навага, наверное, клюнула. Все, пока.